Приветствую вас, друзья. Пришли мне вот такие вот бегунки. Я заранее их распаковал. Стоили они 75 центов. И давайте посмотрим. Их всего 6 штук разных размеров. Пришли они в вот такой вот упаковке. Так. Тут два таких маленьких размера. Два средних и два больших. Преимущество этих бегунков в том, что они раскрываются. Их можно защелкивать. Получается, вам не нужно сначала змейки их задевать и застегивать. Но минус в том, что два из них мне пришли, ну как, не сломанными, но без стержня металлического внутри. Вот получается. Вот видите, вот такой вот стержень. Если видно, конечно же, на камеру. Сейчас фокус зафокусирую. О, вот. Вот такой вот стержень. Здесь этих стержней нету. К сожалению. Но я подал спор, вернул 25 центов, и все хорошо обошлось. Ссылку на данный товар я оставлю в описании. И пришли эти бегунки мне меньше, чем за месяц, что довольно недолго. И давайте их проверим на деле. Вот я уже нацепил эту змейку, точнее бегунок, и вот как он в работе себя проявляет. Но довольно, скажу, таки плохо, потому что он постоянно отцепляется, открывается точнее. Материал этих бегунков такой дешевый пластик, некачественный. Для разового использования можно, конечно, купить, а для многократного я лично не рекомендую. На этом все. Если вам понравился данный ролик, подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх. И счастливо!